Еремин Олег Иванович. Главный тренер. Ну, как и главный. Главный, единственный тренер. Команда «Амкар». Да. 2002 год. У вас были на выбор три турнира, вы выбрали Тобольск. С чем это связано? Связано, с, как сказать, с тем, что дети ездят за счет родителей. Угу. Это практически был, ну, самый меньше затратный турнир. Вот, ну, соперники здесь хорошие. Ну, а как оцениваете вообще обслуживание, сам турнир? Ну, турнир хороший. Осталось, я знаю, что тут ситуация все время с погодой. Осталось погоду наладить. Будет просто великолепно. Ну, и своих как оцениваете, в принципе? Что-то получилось, что-то не получилось, несмотря на то, что вы победители? Практически, я бы сказал, две игры получились. Это вот последняя и... Они, не знаю, по воле случая, они обе закончились 4-0. Даже дело не в счете, а дело в том, как играли. Вот еще они выиграли 4-0 у Омска. Ситуация нам может оцениться по какому вопросу. Мы сыграли с Омском одну игру в день, и все сказали, мы устали. А были моменты, мы играли две игры в день, они потом еще бегают, прыгают и скачут. Поэтому вопрос самоотдачи, он как раз не последний. Ну, поздравляю! Больно, как, блин, как, больно. Жестче! Давай, давай! Андрей!